продолжаем Майдан ТБ. У нас в студии политолог, кандидат философских наук Александр Шмадилов. Александр, вас вітаю. Здравствуйте. В Криму немає світла, так, не працюють школи, не працюють дитсадки, діти на канікулах, підприємства так само великі не працюють. Ну, що далі буде? Що чекає на Крим? Як взагалі ось українська влада буде працювати по цьому питанню? Ну, діло в тому, що проблема многослойна. Розглядати її потрібно з учетом багатьох факторів. Во-первых, ответственность за отключение Крыма, в принципе, на себя официально никто не взял. Потому что хоть ведется частично и информационный есть уже канал крымско-татарского населения, да, который выдвигает и свои требования, есть уже заявление и других активистов, которые принимали участие и в блокировке продуктовой, да, мы помним, Крыма, пытаются тоже как раз этот метод усилить, потому что есть разговор о том, что все-таки продукты и снабжение с Крымом будет усложнено еще максимально. Есть уже информация о том, что, возможно, будет частично восстановлено в ближайшее время поставки электроэнергии. Но эти вопросы как бы не ко мне, это открытые источники, которые нужно анализировать, смотреть. Вопрос в другом, что есть и переговорный процесс с представителями украинской власти. Но вопрос в другом, что если это требование официальное, то тогда нужно брать на себя ответственность за происходящее, нужно квалифицировать данный инцидент правоохранительными органами, должно быть расследование, должны быть виновники, то есть, да, есть действие, на него должен быть противодействие, ответ от государства, соответственно, потом должны быть моменты. Дальше, если смотреть, как ведет себя правительство, министр топлива и энергетики, господин Демчишин заявил, что, в принципе, контракт на поставки электроэнергии в Крым является выгодным для государства Украины, будет осуществляться в полной мере. Соответственно, правительство пока не намерено ни прекращать этот контракт в поставках, ни пересматривать его. Тем более, общаясь со своими коллегами, мы недавно давали даже пресс-конференцию, эксперты в энергетике утверждают, что контракт между полуостровом Российской Федерации, теперь Украиной, он имеет двустороннее, ну, как бы разорвать его можно только в двустороннем порядке, то есть по инициативе двух сторон. То есть только по желанию Украины, даже если бы мы очень сильно захотели, нельзя сделать. В следующем моменте, если мы будем нарушать наши энергетические контракты, это ставит под вопрос наше сотрудничество с нашими западными партнерами и вообще со странами, с которыми мы имеем взаимоотношения непосредственно в сфере энергетики. Ну, таким образом, мы только делаем хуже, опять-таки, Украине, тем более под большим вопросом по поставке электроэнергии стабильные в Херсонскую, Николаевскую область, да, мы понимаем, что могут быть проблемы. Также могут быть контрсанкции или контрдействия теперь со стороны Российской Федерации, могут быть усложнены и поставки и угля из ЛНР, ДНР. Ну, то есть могут быть разные совершенно моменты, то есть энергетический коллапс без того впереди, называется, готовимся к зиме постоянно и понимаем, что сложный период, и тарифная политика, и вообще у кошельки украинцев крайне исхудали. Ну, то есть такие действия могут вести за собой настолько фатальные последствия для всех жителей Украины, не считая, да, той проблемы, которая непосредственно сконцентрирована на полуострове. Хотя мы тоже понимаем, что тоже не месяц май, и сейчас на сегодняшний день от электричества зависит очень много, ну, всего, от элементарного быта, да, который усложнен максимально у людей. Но все равно 2 миллиона людей вычеркнуть невозможно, особенно если стоять на позиции, что это все-таки граждане Украины, да, пускай временно, находясь вот в состоянии аннексии Крыма. Да, если вообще хотелось бы услышать от представителей власти и органов власти, как вообще Украина намерена возвращать Крым, какими действиями, какой, ну, какая перспектива, какие есть планы действий, да, на ближайшие 3-5 месяцев, лет. Десятилетий. Вот хотелось бы понимать, чи взагалі ось таке, що є зараз нинішня влада, чи взагалі діє коаліція, і яка там ситуація взагалі всередині цієї коаліції? Но дело в том, что нет не только единой позиции, да, допустим, у власти, которая должна быть озвучена, нет и консолидированной позиции, озвученной непосредственно коалиции, да, то есть как представителям партии, так называемых победителей, да, которые прошли в Верховную Раду, создали максимально широкое большинство и должны были, в принципе, на любые вызовы, стоящие перед государством, давать консолидированный ответ. И мы наблюдаем, что внутри нашей коалиции
разброд и шатание, и с каждым днем он все увеличивается, увеличивается, у нас появляются недовольные, несогласные, грозящие пальцем и кричащие, что они будут выходить из рядов коалиции, причем каждый день эти кричащие могут меняться, мы понимаем, что позицию свою могут менять и Батьковщина, и Самопомощь, и Народный фронт, который тоже делает громкие заявления, потому что у нас в преддверии с изменений в кабинете министров и вообще еще до конца остается интрига, останется у нас Арсений Петрович на своем кресле или будут все-таки замены. Отсюда очень много разных конфигураций, которые могут вообще влиять на стабильность работы не просто коалиции, а парламента в целом. Потому что возможны ситуативные так называемые голосования или там ситуативная коалиция, такая, которая имела название раньше «Ширка», да, вот широкая коалиция, мы понимаем, что могут сейчас появляться в рядах разных фракций депутаты, которые будут выходить, перебегать, громко хлопать дверью, создавать опять-таки группы, которые уже происходят. Ну, вот вчера был очень громкий скандал в крупнейшей президентской, да, фракции БПП. Посмотрим, уже как бы набирает оборотов, но насколько им удастся все равно не быть пятым колесом, да, насколько они все-таки смогут ехать, потому что до этого мы наблюдали, что консолидированного голосования мы не видели. У нас впереди действительно серьезнейшие вызовы перед страной. Нам нужно голосование по изменениям в Конституцию. Мы понимаем, что это под вопросом стоит реформа децентрализации. Найдем ли мы 300 голосов теперь? Тогда было сложно прогнозировать, теперь еще сложнее. Вообще, увидим ли мы бюджет до Нового года? Это большой вопрос, потому что уже идут разговоры о том, что, в принципе, до Нового года нам его не видать, как своих ушей. В лучшем случае это начало даже января. Поэтому пока такие перспективы крайне нерадужны. Особенно давайте пока смотреть пошагово. Первое, это нужно услышать все-таки предложения от всех фракций, представителей коалиции, кого же они хотят видеть в новом обновленном правительстве, потому что от этого зависит вообще стабильность их работы, насколько они смогут договориться, поторговаться портфелями, чтобы утихомирить страсти внутри коалиции, попытаться ее хоть как-то, пускай создать и иллюзию того, что она все-таки жива хоть как-то, да, ну хотя бы нанять хорошего гримера, да, и нарисовать румянец. Поэтому вот для этого коалиции нужно очень сильно потрудиться. Если они этого не смогут сделать, то действительно мы тогда стоим на пороге сложнейшего парламентского кризиса, ну и нас ждут тогда очередные переизбрания наших народных депутатов, ну, в принципе, весной. А от на чому досі взагалі ця коаліція тримається? Вона спочатку самого була досить нестабільна, а зараз вона взагалі тріщить по швах. На економічному інтересі, на собственній, в принципі, вигоді, тому що вот этот... Это, пускай, скажем так, абстрактное такое некое понятие, но только это заставляет всех депутатов хоть как-то шевелиться. Пока они видят свой интерес, пока их можно заинтересовать, до тех пор они начинают как-то собираться двигаться. Потому что ни силой, ни страхом, ни любым другим там, дисциплиной или еще какими-то факторами их собрать крайне сложно, потому что мы видим, что все... Голосование происходит безумно тяжело. Последний раз мы наблюдали более или менее нормальное, относительно сложное голосование, так называемые безвизовые загоны, да, которые все равно не смогли проголосовать, но они, по крайней мере, продемонстрировали нам, что наличие голосов, нужное для определенных решений, в принципе, в парламенте есть. Но это каждый раз безумно сложная процедура собрать всех, потому что мы сначала имели проблемы с тем, что они разбегались по своим округам, шла избирательная гонка, но вроде как гонка утихомирилась, есть теперь проблемные регионы, мы понимаем, что после избирательного процесса не все регионы спокойно приняли как бы результаты того, что происходило. Мы видим, что есть расколы партийные внутри, да, то есть свои проблемы, на которых они сконцентрированы вообще в стране. В принципе, недовольствие граждан периодически нарастает. Это показали события годовщины Майдана, потому что мобилизировать недовольный протестный, скажем так, электорат при неправильных как бы действиях очень легко. То есть общество крайне быстро воспламенимо. Если критическая масса будет достигнута в ближайшее время, ну, будем иметь очередные фатальные последствия, хотя очень бы не хотелось, потому что и без того проблем хватает. От Яценюк залишиться прем'єром, не залишиться, як на вашу думку, яка взагалі в нього підтримка, і чи є взагалі в нього така велика підтримка його сама партія? Чи наскільки я читав, то не всі депутати його партії підтримують.
Дело в том, что уже поддержка Арсения Петровича, вообще словосочетание такое, очень сложно вообразимо, потому что действительно сейчас антирейтинг у премьера крайне высок, он максимально сконцентрировал на себе общественный негатив, и не только общественный в плане электоральный, но и вообще в политикуме максимально на нем сконцентрирован весь негатив, и в любой непонятной ситуации переводите стрелки на Арсения Петровича. Это тот принцип, по которому сейчас работают. Вопрос в другом. Действительно, если он ослабит свои позиции, будут в ротации изменения непосредственно первого лица в кабинете министров, то и поддержка Арсения Петровича, вообще его фракции, уровень их влияния на сегодняшнюю политику будет крайне низок. Они его уже теряют. В принципе, мы слышим уже даже в их риторике, уже даже сам Народный фронт признает, открыто, это, допустим, из вчерашних заявлений фракции слышно, что рейтинг премьера крайне невысок. То есть, если раньше они от этого отнекивались, не признавали, это уже, знаете, та константа, которую уже никто, в принципе, и не спорит с ней. Соответственно, удастся ли Арсению Петровичу удержаться? Да, он удобен, да, с ним можно договориться, да, он в конфигурации БПП «Народный фронт» максимально устраивает, но при этом есть другие недовольные и, скажем так, набравшие уже вес после местных выборов силы. Я говорю, допустим, о Батьковщине, которая усилила свои позиции, и вес «Самопомощь», которая, в принципе, сохранила, немного приумножила. По крайней мере, считаться с их мнением теперь придется гораздо сильнее. А вот Народный фронт из-за того, что он не участвовал в местных гонках, соответственно, он не только растерял личный рейтинг Арсения Петровича, но и общий рейтинг самой силы. Поэтому нет Арсения Петровича, считаем, что нет и силы как таковой. Потому что остаться в политикуме при таком раскладе, без ребрендинга, без изменений, без качественных изменений, им нужно будет либо влиться, либо... Ну, тобто он и вычерпал себя как бренд. І на наступні парламентські вибори, по суті, вони без шансів, так, на проходження до парламенту. Если смотреть на сегодняшний момент, да, потому что как мы можем делать предположение? Допустим, брались фигуранты, которые участвовали на местной гонке, смотрелись возможности законодательством, их округа, мандаты, сколько бы они реально получили штыков в той или иной конфигурации. Но так вот Народный фронт не участвовал. Я таким образом вычеркнул себя совершенно из... Потому что частично депутаты абсорбировались тогда в солидарность, но это не говорит о том, что они могут и сейчас перебежать, в принципе, при досрочных выборах. Пока в данном виде, как есть, конечно, Народный фронт выносим за скобки. Пане Олександре, дякую вам за участь в программе. Я надаю, у нас в студии был политолог, кандидат философских наук Олександра Шмоділова. После небольшой паузы дивіться продолжение «Майдан ТБ». Дочекайтесь.